Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Лизы Найс до того, как она стала известна. И давай договоримся. Если тебе понравится этот видос, то ты ставишь лайк и подписываешься на канал. А если нет, оставляешь все как есть. Ну а теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Детство и юность. Лиза Найс родилась в городе Санкт-Петербург 20 октября 2004 года. Лиза долгое время вводила подписчиков в заблуждение. На страницах интернет-ресурсов блогерша писала, что родом с Украины и что кроме мамы и папы у нее есть двое братьев. Разумеется, всю информацию фанаты считали правдой. Однако весной 2021 года Елизавета ошеломила фанатов совсем другой информацией. На самом деле у нее нет братьев. Вместо мамы снимается актриса. Родители есть, но участие в деятельности наследницы не принимают. Поверить этим новым сведениям тоже сложно. В самом конце сюжета Лиза загадочной улыбкой вопрошает: «Вы поверили?» Конечно, тут началась битва среди комментаторов. Как итог, пришлось отключить комментарии. Пранк удался. Оба варианта личной жизни пранкерши имеют право на существование. До сих пор для фанатов не ясно, какой настоящий. Зато интерес к творчеству постоянно подогревается. Успех на ютубе. Успехом у подписчиков Лиза Найс пользуется благодаря позитивному характеру. Также не обходится без конфликтов на бытовой или поведенческой почве. Скандалу может привести, например, как вызывающая прическа, нестандартный окрас волос или ногтей. К радости поклонниц видеоролики Лизы оканчиваются позитивно. Хотя об окончании говорить не приходится, так как каждый раз финиш оставляет надежду на продолжение. Поэтому подписчики ждут продолжения, постоянно просматривают страницы блогерши и рассматривают фотографии. Личная жизнь. Насчет личной жизни пранкерша почитателей тоже держит напряжение. Например, про Леона из видеоролика Лиза Найс говорит, что он актер, а уже в другой раз отрицает собственные слова и говорит, что молодой человек ее парень, так что здесь также ничего не понятно. Хочется сказать, что Лиза не уточняет национальность, остается гадать, русская блогерша или украинка, по фамилии похоже первая. Пару лет назад Лиза Найс признавалась, что весит 43 килограмма, при росте 1,56 м. Сейчас же параметры тела пранкерша не комментирует. Возможно, стала выше и тяжелее, а возможно, что осталась такой же миниатюрной. Раньше Лиза общалась с подписчиками и рассказывала все как есть, а сейчас почему-то все скрывает. Сами видеоролики очень интересные, добрые и смешные. Иногда материал выкладывается в режиме сериала. Популярность Лизы заключается в ее способности создавать детективные истории, интриги и их разоблачения. Часто между интригой и разоблачением всего несколько минут. Ну а на этом мой видос подошел к концу. Если вам все понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока.